Это самый подробный гайд по прокачке хомяка в Hamster Combat на данный момент в интернете. Я тебе даю 100% гарантию, что после просмотра этого видеоролика ты сможешь прокачать своего хомяка 100-кратно. На твоем экране мой хомяк, которого я качаю на данный момент уже 8-й день. И сегодня максимально быстро, подробно, без воды постараюсь рассказать тебе, какие фишки для прокачки хомяка я использую. Короче, отвечу на самые популярные вопросы, которые мне ежедневно задают мои подписчики. На связи, как всегда, отец Евген. Прожимай мне свой отцовский пальчик вверх заранее и приятного тебе просмотра! Сейчас у нас идет второй день челленджа до лорда за 7 дней. И честно сказать, сегодня мне уже кажется, что за 7 дней до лорда дойти я не сумею. Мне нужно будет немножечко подольше. Тем не менее, день я начал сегодня с 65 миллионов монет. Сейчас у нас 18.00, а монет у меня уже 130 миллионов. Получается, что я на сегодняшний день вышел на доход примерно 90-100 миллионов монет в сутки. Обрати внимание, что прибыль в час у меня всего 963 тысячи. Многие после прошлых роликов в комментариях мне писали, что я балабол, считать я не умею, что прокачаться так невозможно. И по сути этот ролик для этого и создан, чтобы показать вам наглядно, как я это делаю. Ну и перед тем, как я это начну, напоминаю, что у меня есть свой телеграм-канал, где ответы на все эти вопросы я уже давным-давно дал. Ссылочка на него есть в описании и в закрепленном комментарии, там еще больше материала по хомяку. Также там абсолютно каждый день сливаются карточки комбо, которые дают 5 миллионов. Ну и вообще, если честно, за эти крайние дни у нас тут сформировалась прям крепкая комьюнити хомяка. Ребята друг другу помогают, общаются. В общем, у нас там лампово, подписывайтесь обязательно. И один из самых популярных вопросов, которые мне задают вот буквально каждый стрим, это каким образом я сижу в хомяке с ПК. И на самом деле ничего сложного и сверхъестественного здесь нет. Я просто захожу в хомяка с эмулятора андроида для ПК. У меня стоит BlueStacks. Устанавливайте его себе с официального сайта. На конкретно свою версию в Телеграме ссылку я сегодня сразу после этого видео оставлю. Устанавливайте Телеграм, заходите в него, авторизуетесь в собственном аккаунте. Ну а далее просто заходите в игру Hamster Combat. И все. Вот вы авторизовались в Hamster Combat на ПК. Все очень просто. Далее, самый популярный вопрос. Когда можно будет вывести деньги из хомяка? Буквально сегодня разработчики на своем официальном сайте hamstercombat.io обновили дорожную карту и добавили вкладку июль 24, где объявили о том, что в июле будет первая раздача коинов для своих игроков. Вот он, DGE. Уже совершенно точно обменять свои накопленные коины можно будет в июле этого года. Не в июне, как многие предполагали. О чем я, собственно, на своих стримах каждый вечер говорил, что июнь это довольно, ну, неразумное время для выпуска монеты. Июль это оптимальный вариант. И, собственно, вот в июле монета выйдет. Поэтому для всех тех, кто сомневается, стоит ли им начинать играть в хамстера, да, стоит. Сейчас самое благоприятное время для того, чтобы в игру зайти. Если вы до сих пор сомневаетесь, успеете, не успеете что-то заработать, у вас есть ровно месяц, чтобы это сделать. И поверьте мне на слово, этого времени вот так вот хватит. Если вы будете просто пользоваться теми рекомендациями, которые я вам даю. Можете сами посмотреть на моего хомяка. 8-й день, у меня хомяк, ну, в лорд метит, уже вот завтра буду в лорда. Поэтому, если сомневаетесь, откидывайте все сомнения. Ссылочка на хомяка актуально есть внизу. После просмотра этого видео присоединяйтесь. Вы ничего не теряете, вкладывать ничего не нужно. Просто заходите и попробуйте. Как минимум, это хорошая убивалка времени. Идем дальше. Следующий вопрос, который очень многих волнует, это каким образом я качаю монеты, если прибыль в час у меня, ну, 900 тысяч всего. Дело в том, что под прошлыми роликами меня многие обвиняли в том, что я балабол, не умею считать, что все это вранье, это невозможно. Это возможно. Все, что я делаю, это качаю рефералку. Как можете видеть, на данный момент у меня почти 5000 рефералов. Вчера на стриме мы добили 4000, вот сегодня за день еще не кончился, почти 1000 рефералов ко мне добавилось. Реферальная система в Hamster Combat устроена таким образом, что ваши рефералы, играя в игру, прокачивают вас. За каждое их достижение, за повышение уровня, вам добавляются монеты. Можете сами увидеть, что вот эти, например, 3 реферала первые принесли мне в совокупности 1,5 миллиона монет. Вот эти трое еще 1 миллион. Эти трое еще 1 миллион. Эти трое еще 1 миллион. У меня 4000, почти 5000 рефералов. Именно благодаря им и получается вот такая вот космическая прибыль в сутки. И для того, чтобы повторить этот успех, поверьте мне на слово, не обязательно быть блогером.
По сути, все, что я делаю для того, чтобы качать рефералку, это выпускаю контент. Вот, например, у меня есть канал Папа Геймер. Это заброшенный, неактуальный канал, на котором сами можете видеть, нет просмотров, ролики там больше месяца не публиковались. Вот буквально, как я зашел в эту тему, я начал сюда добавлять ролики про хомяка. Сами можете видеть, они собирают какие-то циферки. На этом канале конкретно почти 15 тысяч просмотров. Вот эти 15 тысяч просмотров принесли мне в совокупности около 50-100 рефералов. Подобных каналов у меня несколько. Вот, например, еще один мой канал. Сами можете увидеть, просмотров здесь немного. А вот ролик про хомяка собрал наибольшее количество цифр на этом канале. 27 тысяч просмотров. Этот видеоролик принес мне около 300 рефералов. И эти ролики я выкладываю абсолютно каждый день. На абсолютно новых ноунейм каналах, на заброшенных каналах. Я просто перезаливаю ролики и за счет них качаю рефералку. Тот самый потолок пользователей еще не достигнут. Люди абсолютно каждый день, потенциально новые игроки, идут искать в интернете, что же такое хомяк. И для того, чтобы этих людей зацепить, вам нужно снимать контент. Ну и чтобы вам наглядно продемонстрировать, что мои слова имеют место быть. Вот, посмотрите, один из моих самых популярных роликов по хомяку. 60% просмотров были взяты из поиска, то есть люди искали Hamster Combat на YouTube и натыкались на мой ролик. Конкретно этот ролик в сумме приносит мне ежедневно рефералов от 100 до 300 человек. И опять же, если вы снимать не умеете, я в своем телеграм-канале абсолютно бесплатно для вас залью на облако свои короткие ролики, шорты и большие видосы. Просто берите их и перезаливайте. Там же я оставил подробный гайд с оптимизацией видеороликов, где уже за вас расписал все кликбейтные названия, описания, теги, которые выводят вас в топ по запросу. Просто берите и используйте. Поверьте мне на слово, это работает намного лучше, чем если вы просто будете бегать по чатам и спамить собственной реферальной ссылкой. Это так не работает. Абсолютно каждый день мои подписчики пишут мне, что мой способ работает. Одному пришло за день 5 рефералов, другому 10. Вчера на стриме человек сказал, что у него 100 рефералов за один шорт добавилось. Повторяйте, у вас есть ровно месяц, чтобы догнать тех, кто уже наверху. И с помощью моей стратегии вы это сможете. Я вам это просто гарантирую. Далее, очень многие спрашивают, что нужно в хомяке конкретно качать. Прибыль в час или фармить монеты, или же нужно заходить вот в этот уровень. Чем дальше, тем лучше. Ответ на этот вопрос есть только один. Качать нужно все. Абсолютно все эти показатели, они созависимые. Качая прибыль в час, вы автоматически качаете вот это вот число. А чем больше у вас этих монет, тем дальше по уровню вы продвигаетесь. Поэтому основная ваша цель — прокачать прибыль в час. А уже эта самая прибыль забустит вам основной показатель монет на вашем балансе и повысит вашу лигу. Чем дальше в рейтинговой таблице вы пройдете, тем больше монет по итогу от разработчиков вы получите. Далее, какие карточки нужно вкачивать для того, чтобы прокачать прибыль в час максимально. Я уже снял отдельный ролик на эту тему, но давайте здесь быстренько продублирую. Я в собственной прокачке использую стратегию. Ищу карточки, которые будут стоить дешевле на фоне остальных карт, но при этом будут давать наибольший профит. То есть, когда вы выбираете карту для прокачки, вам нужно смотреть, сколько эта карта стоит и сколько профит она за эту стоимость дает. Присмотрели себе какую-то карточку и сравнили показатели с другими. Все очень просто. Конкретно, например, здесь самые выгодные карточки — это иксы 50, 75, 100, а также вот эта карточка Web3 интеграция. Во вкладке PR and Team самая выгодная карточка вот эта вот, Consensus Explorer Pass. Также не забывайте, что в игре есть созависимые карточки, которые вам придется вкачивать на начальном этапе. Без их прокачки у вас не откроются более сильные карты. И снова, в своем телеграм-канале я уже для вас подготовил документ, где расписал все самые выгодные карточки на начальном этапе. Заходите, пользуйтесь этой шпаргалкой, все для вас уже готово. Также не забывайте абсолютно каждый день в 15:00 заходить в игру и вкачивать комбо-карты. Каждый день разработчики добавляют 3 секретные карты, которые вам нужно найти вот из этого списка. Они вам дают 5 миллионов монет, если вы их найдете. Найти их очень просто. В моем телеграм-канале буквально спустя 5 минут, как они выходят, я их сразу же сливаю. Ну и еще один популярный вопрос — это какую же биржу выбрать в игре? Друзья, биржа в игре ни на что не влияет. Выбирайте любую. Биржа вам понадобится в реальной жизни. Вам нужно в Real Life и зарегистрироваться на бирже, с помощью которой вы потом будете продавать токены из Hamster Combat. Лично я рекомендую биржу KuCoin.
В моем телеграм-канале есть ссылка на регистрацию на этой бирже. Находится она в закрепленном посте. Канал, если что, Отцовское общество. Вот он. Заходите, регистрируйтесь, проходите очень короткую верификацию, и все, вы на бирже. Далее, когда монета выйдет, вы ее продадите. Уверен, у многих из вас сейчас созрел вопрос, а каким образом я выведу туда свои монеты? Давайте покажу и объясню, как это все будет работать в игре. Буквально пару дней назад разработчики объявили, что они будут сотрудничать с Тон. А значит, 99%, что в игре будет интегрирован кошелек телеграм-канала. Монеты, которые вы будете получать в Hamster Combat, будут подвязаны к вашему кошельку в телеге. Вы получаете монеты, они появляются у вас в кошельке, а уже из кошелька вы их закидываете на биржу, где, собственно, вы и продаете эти токены за реальные деньги. А потом эти денежки выводите себе на карту. Nice. Итак, давайте подытожим этот видеоролик. Я очень надеюсь, что на большинство самых популярных вопросов я вам ответил. Если вам что-то непонятно, если на какой-то вопрос ответа нет, не стесняйтесь, пишите его в комментариях, я постараюсь ответить на каждый из них. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, приходите на вечерние стримы, там мы общаемся, обсуждаем, я помогаю своим рефералам. Ну и конечно, если до сих пор в Хомяка не играете, не теряйте возможность, залетайте прямо сейчас. Ссылка на игру есть внизу, у вас остался буквально один месяц, чтобы прокачаться и стать богаче, ё-моё. Это не точно. Ну а с вами был, как всегда, начинающий темщик и будущий криптомиллиардер, отец Евген. Ставьте пальчики вверх, если ролик вам понравился, и увидимся в следующем видео. И на стриме, он сегодня вечером. Пока-пока.